Акция «Эвакуация». Городская администрация продолжает работать с обращениями граждан, касающимися брошенных автомобилей. Как правило, на недвижимый в течение долгого времени автохлам ивановцы жалуются в полицию. Там пытаются установить владельца, а если это сделать не удается, за дело принимается управление благоустройства и эвакуатор. В течение, опять-таки, 3 дней в рабочем крае на официальном сайте администрации города Иваново извещение, что обнаружен такой-то автомобиль на такой-то территории, и владельца просят эвакуировать. Опять-таки, если в течение 3 дней после опубликования этого информационного сообщения машина не эвакуируется, то она эвакуируется в принудительном порядке в присутствии сотрудников полиции. Объект, который когда-то был иномаркой, стоял на краю проезжей части улицы Маяковского много лет. Наконец, настало время трехколесной развалине отправиться, возможно, в свою последнюю поездку, если не объявится владелец с документами на авто. Если объявился владелец, то это в течение 7 дней. Если же не объявился, то составляется акт и машина утилизируется. Но кое-кто еще может спасти свое имущество от цепкого металлического крюка эвакуатора. На следующей неделе в областном центре планируется эвакуировать отечественную девятку, брошенную между домами 46 и 51 на Пучерской улице, и автомобиль БМВ, оставленный у дома 4А на 3-й Южной. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.